Доброе утро, самый лучший город на земле. Меня зовут Луиза, я фитнес-тренер студии Малибу. И сегодня я бросаю вам вызов. Сможете повторить упражнение? Тогда не переключайтесь и давайте немножко разомнемся. Руки на пояс, круговые движения. Вправо. Глаза не закрывать. И влево. Разомнем немного шейный отдел. Отлично, закончили. Правая рука наверх, левая вниз. Две пружинки. Раз, два. И меняем руки. Три, четыре. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь то же самое в диагональ. Раз, два. Подбородок выше. Три, четыре. Просыпаемся. Пять, шесть, семь, восемь. Отлично, закончили. Руки на пояс, наклоны туловища. Влево, вперед. Вправо, назад. Продолжаем. Раз, два, три. Не торопимся. Четыре. Делаем на выдохе. И последний круг. Раз, два. Коленки не сгибать. Три, четыре. Закончили. Ноги ставим выше. Кладем ладошки на пол. И пружиним вниз. Раз, два, три. Четыре. Чувствуем, как тянет под коленками. Колени прямые, я все вижу. И еще четыре. Три, два. Отлично. Усложним упражнение. Собираем ноги вместе. И точно так же стараемся ладошками достать до пола. Вниз, вниз. И еще четыре. Три, два, один. Отлично. Ну как, немного разогрелись? Тогда я вызываю вас на баттл. Сделаем очень сложное, но эффективное упражнение. Встаем на левую ногу, правая нога перед собой. Затем уводим ее назад и поднимаем левую ногу вверх. Возвращаемся в исходное положение. Еще раз. Правая нога, не падать. Правая нога вперед. Затем уходит назад в планку и поднимаем левую ногу назад. Ну как? Получилось? Пробуем еще раз. Раз, два, три, на выдохе, четыре. Это упражнение задействует очень много групп мышц. Чувствуем и руки, и ягодицы, и переднюю поверхность бедра, и заднюю. И давайте еще пару раз. Вперед, назад, и левая нога вверх. Отлично. А теперь то же самое на другую ногу. Стоим на правой. Левая перед собой, уводим назад и теперь поднимаем правую ногу вверх. Оп! Отлично. Продолжать, не падать. Упражнение на координацию, на ловкость и правая вверх. И еще два раза. Раз, два, три, четыре. Последний. Не сдаемся. Раз, два, три. Четыре. Отлично. Я уверена, что даже такое сложное упражнение у вас получилось. Я с вами не прощаюсь и желаю солнечного и продуктивного дня. Пока-пока.